Эти милые дамы только готовятся стать водителями. Но в кабинет приема экзаменов их пригласили не для проверки знаний ПДД, тем более, что теоретическую часть все они уже сдали. Открыточка. Да, успешная сдача. Да, чтобы... Это вам. Это наша забота о вас. Перед тестом по вождению будущих автолюбительниц руководство и сотрудники ГИБДД поздравили с наступающим 8 марта и пожелали удачи в сдаче экзаменов за рулем. Судя по всему, теперь барышни волноваться будут меньше. Такое хорошее настроение, прям поднялось. На 8 марта впереди радости-то сколько. Наверное, большая радость будет, когда еще и права будут. Да это вообще, я прям мечтаю о правах. Но этим поздравлением день у сотрудников ГИБДД только начался. Спустя полчаса машины уже припаркованы у торгового центра «Вегас». Взмах полосатой палочки, и первый автомобиль останавливается. Здравствуйте, КАИ Ленинского района, капитан полиции Жаров. Разрешите в преддверии праздника поздравить вас. Спасибо. Да, пожелать всего самого хорошего. Это вам. Спасибо. Все, что угодно ожидают водители, остановившись по указанию инспектора. Но только не цветы, открытки и небольшие подарки. Брелоки в виде сердечка и светоотражающие браслеты. Я знаю, что я ничего не нарушила, но думаю, с чего вдруг? Ясно. Ну и как теперь настроение? Теперь отлично. Естественно, что в ходе акции сотрудники не только подарки дарят, но и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не нарушайте правила дорожного движения, всегда соблюдайте. Будьте предельно аккуратны, соблюдайте скоростной режим. Всего доброго. Здравствуйте, начальник ГАИ Ленинского района, Бойный Анатолий. Хотел бы поздравить вас с наступающим 8 марта. Спасибо большое. Пожелать хорошего настроения, крепкого здоровья. Спасибо большое. Будьте бдительны, за рулем не нарушайте. Некоторые автоледи не прочь и сфотографироваться с галантными полицейскими. Эта акция, адресованная представительницам прекрасного пола, стала уже традиционной и проводится во многих регионах России. Веселое настроение у них сразу появляется, как только они нас видят с цветами. Ну, праздник, позитив. Ну и, соответственно, человек с хорошим настроением, он и водит не агрессивно, он водит доброжелательно и хорошо. Конечно, безусловно. Это главная цель. Главная цель этого мероприятия. Стереотип, что жезл сотрудника ГИБДД не предвещает ничего хорошего, постепенно развеивается. И подобные акции призваны еще раз это подтвердить. Ведь прежде всего задача человека в погонах на дороге не наказать, а предупредить. Вместе с сотрудниками ГИБДД «Милых дам» поздравляли с праздником Максим Козлов, Сергей Ларин и весь коллектив «Видное ТВ».